Привет, ты на канале Magic Pets, подписывайся скорее, это такая красная кнопочка внизу, жмякай ее, чтобы нас стало 1,5 миллиона. Я Миша Лайк, а я покемон Юмичу! Ой, Юми, как всегда, как ребенок. Я Софи, а это мой брат Эйвен. Привет. А я киса Алиса. Ставь скорее нам лайк и пиши свой комментарий. Тогда, возможно, он появится где-то вот тут. И 22 февраля я впервые улетаю в путешествие на море с Анюткой. Мы будем снимать там влог. Юмичу впервые увидит море. Мы с Эйвеном уже море видели и даже успели там пожить. А почему не едет Миша, Аня расскажет в видео. Потому что мне нельзя. Море, море. У меня вот другая проблема. Вы вот вечно мне говорите все, что я кошка, а не собака. Но теперь-то я правда знаю. Ох, опять киса Алиса заладила. Я собака, я не кошка. Киса Алис, какую еще правду? Ты куда? Куда-куда, Караганда. На стол, потому что я на вас обиделась. Вы мне все говорите, ты кошка, а не собака. И вот сегодня я на канале Magic Family вижу, как выглядят настоящие кошки. Огромные, опасные, и называются они Пума. Так что вы мне все врали. Нет, киса Алис, мы тебе не врали. Это просто новая Анина рубрика. Необычные домашние животные. И в этот раз она просто пошла в гости к Пуме. Точнее, гуляла с этой гигантской дикой кошкой в лесу. А потом пошла к ней в гости, и там такое было. Ты такого никогда не видел. Так что Алис, это дикая кошка, поэтому она такая. Это на нашем канале, а на Анином канале тоже новое крутое видео. Потом сходишь и все ролики посмотришь. Пши! Так что, киса Алис, не обижайся на нас. Может быть, я вам поверю. Но я ссылки на ролики внизу оставлю. Ребята сходят, посмотрят на Пуму и скажут, похожи мы или нет. А на море не хочу, я его видела. Когда мы с Юмичу взломали компьютер Эйвана и Софи. А я хочу, да ну и что, что мы видели, как они ездили на море. Кстати, это было очень весело, но самое вкусненькое я оставила на потом. Я вам покажу, как тетя Софи туда собиралась. Софи, мы уезжаем в Таиланд. О, ура, я пошла собираться. А сумки и ошейники мои взяли? Взяли. Так, пошла одежду соберу. А платье себе возьму, все можно? Ладно, сама решу. А курицу мы взяли? Ты про игрушку? Ну да. Взяли, конечно. Точно? Точно, точно. А Эйвен же с нами есть, да? Ну конечно, мы же надолго. Так, а купальник мой? Софи, у тебя что, купальник так, есть? Так, надо еще постричься, сходили на депиляцию. А нету, да? Так надо купить. Софи, ты и так можешь купаться. Да ладно, там можно купаться главой. Круто, еще кровать не забыть. Ура, 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 Таиланд. Ура, в Таиланд. Эйвен, ты че? Ой, ура, в Таиланд. Увидимся в самолете, Эйвен. Ага, увидимся. Эйвен, ты что, опять тут? София, решил, так будет безопаснее для обоих. Ну что, мы уже в Таиланде, мам. Все, достаю купальник. Да мы только в аэропорт едем. А, ну ничего, я так на всякий случай, может уже одевать пора. Да уж. Вот Юмичу, вечно ты выберешь что-нибудь такое позорное. Это же была просто шутка, не на самом деле. Ага, конечно. Сейчас я еще вам, ребята, покажу, что они там с Эйвеном творили с другими песиками. Ты про того шпица? Нет, только не это. Как тебя зовут? Софи, а что? Ничего, просто так спрашиваю. А тебя как зовут? А я не скажу, а дай понюхать. Эй, парень, давай знакомиться. А я не хочу знакомиться, я вот что сделаю. Эй, ты что делаешь? Ты что делаешь? Эйвен, он тут пометил. Ну-ка, дай понюхаю. Ты что тут пометил, а? Да ладно, ладно, что ты? Что делает? Не знаю. Да ладно, ну что ты возмущаешься? Дай-ка я тебя понюхаю. Да ты не главный. А ты что, главный? Че? Ты главный, что ли? А? Кто а? Сказал, а? Что он главный? Мам, он сказал, что я не главный. Мам, я же главный, да? Я же главный. Мам, я же главный. Эй, парень, сейчас я тебе покажу, кто тут главный. Сейчас я покажу. Да, Эйвен, сейчас тебе покажу, кто тут главный. Сейчас я покажу, кто тут главный. Я главный, понял? Эй, Понял. Отстаньте от меня, я всего лишь приехал за вещами, которые вы раздаете говоришь, перед отъездом. Наметить. Эйвен, да что, я нормальный, не ругай. Да я нормальный, дай понюхаю тебя. И вот там мы узнаем, кто тут главный. Привет, это его хозяйка. Ну-ка, Эйвен, дай. Не трогай его. Дай-ка я еще раз тебя понюхаю. Мне кажется, что? Что тебе кажется? Что тебе кажется? Ну, что тебе кажется? Дай-ка, ой, мужики, надоели. Мне кажется, я главней. Я главней. Эй, ты чё? Нет, я. Нет, мам, я. Скажи ему, что я тут главный. Сейчас я тебе докажу. Вот, понял? Я главней. Я главней. Кто теперь тут главный? Кто главный? Ты маленький, я отстань. Вот, понял, я главней тебя. Нет, вообще-то я главней. Я главней. Ты чё, с ума сошла? Значит, ты тут главный? Нет, я пошутила. Вот, блин. Да, позор. Ну, мы же были типа маленькие. Юми, зачем ты показываешь им наши стыдные ролики? Лучше бы что-то хорошее показала. Лучше давай покажем ребятам, как я ездила на мотоцикле и велосипеде. А еще? Да-да-да, но сначала я им покажу вот эту жесть. Только не Новый год. Ага. Какую-то тетку встретили. Здрасте. Че она пальцами-то тычет, мам? Сейчас глаз не воткнет. Ой, Софи, что это? Это называется ребенок Эйвен. Маленький двуногий. Ой, смотри, он упал. Теперь же он четвероногий. Софи, смотри. Да уж. Смотри, его мама к медведю зовет. Да, мальчик, иди, смотри, какой веселый мишка. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Эйвен, да не нервничай ты так. Он просто, ну, как бы веселее. Ой, что
делает? Ой, ты что он делает? Веселиться с медведем Софи. Ага, а его папа снимает. Да, прям как нас. Странный он. Да он не странный. Просто Эйвен, понимаешь? Он смотрит на меня. Вдруг он хочет повеселиться со мной. А я не хочу, Софи. Ну, Эйвен, не переживай. Видишь, мама его забрала. Мам, ты как думаешь, он же не захочет веселиться с Эйвеном? Мам? Надеюсь, да не переживайте, не детки. Это просто мальчик. Да, и он решил веселиться с тобой. Надеюсь, он не будет делать с ней, как с медведем. Да, надеюсь, он не будет делать с ней, как с медведем. Ой, Софи, он решил повеселиться с нами. Эйвен, успокойся, он же не монстр какой-то. Фуф, ну шо. Юмичу, ты выбираешь самые дурацкие видео. Ребята подумают, что мы какие-то, Софи, дураки были в детстве. Это им все неправда. Ладно, ладно, сейчас покажу ребятам американских собаку и американского кота. Кия! И суши роллы. Как вы в гости ходили роллы жрать? Но мы их не ели. Ох, ну хоть это. А, ура, привет, Скиппи, привет. Привет. Так, Скиппи, дай-ка мы проверим, ты или это? Да, это Скип. Да, это Скип. С ней он Скиппи пока что, мам. Пусть что-нибудь скажет, ну, на английском. Hi, guys. Hi. I've never acted in a movie. I don't understand what you want from me. Don't worry, Skippy. Yes, just say something. What to say? Don't be serious, Skip. Maybe just hello to Russian dogs. Hey, guys. What to say for this video? Skip, you are so cool, I know. Yes, it's true. Sophie. Hey. Just do it. Sophie, what do you think? What to say? Я не знаю, ну просто правда передай привет русским собакам, им будет приятно, интересно. Ну, ты пока подумай. Ну что, Скип, ты решила что сказать? Not yet. Ладно. American superhero, Ava. Мам, я не супергерой. Мам, я не понимаю тебя, чего ты хочешь. Покажи. О, Эйвен, ты такой классный, где ты взял этот плащ? Мама дала. Понятно. Да, Софи, тебе не дали. Мама, у тебя есть такой плащ для меня? Мама, ты не видела Тинки? Нет, ну ладно. Где же этот Тинки, где его найти? Я не знаю. Hey, you know that stupid dogs cannot find me behind the house. Their brain is so small to find the cat. Yeah, I'm a really smart guy. Эйвен и Скиппи сидят прямо по тарелке, думают, им что-то достанется. Но нет. Вот какая красота получилась. А можно сыра? Спасибо. Сыр — это очень жирная штука. Я такое ем, ну, раз в год. Собакам такое вредно. Кажется, Скип готова что-то сказать. Скип решила показать русским собакам, что умеет она. Ну что ж, все наелись роллов, кроме нас. Зато мы с Эйвеном погуляли, поиграли. Да, классно провели вечер. Скип, ты уже поел роллов? Софи, собакам же нельзя. А, ну да, точно. Это вроде бы было более-менее непозорно. Да, сейчас я покажу ребятам Пушишку. Видео про Пушишку. Нет, Юми, еще нет. Давайте лучше сначала про великомотоцикл. И Пушишку не надо. Ладно, но потом Пушишку. Ой, трясет-то что-то, блин. Че ж так трясет-то, блин? Мам, ну поаккуратнее ехать можно, а то же мне мягкое место все отобьет. Ой, смешной звук у велосипеда через камеру, будто у нас кран целый, а не школьник. Софи, это не школьник. Ой, отлично, съехали с горочки. Не школьник, я имею в виду. Ой, господи, что же эти руки, боже мой. Такое ощущение по звуку, что мы просто на экскаваторе асфальт снимаем. Вот оно море. Ой, моря-то и нет, мам. Вот так-то. Так что разворачиваемся и едем домой обратно. Пока, море, пока. Мам, поехали. Давай, пока, море. Так, развернулись, как на танке, и поехали. Все, пошла запись. Мы отправляемся. Ну, поехали пока. Уже, мам. Мам, поправь камеру немного, мне кажется, меня не видно. Да, вот так хорошо. Ой, что-то лапа затекла у меня. Вот так вот лучше намного. Ой, кочка. Вот теперь ты, маму, и поймешь, что значит ездить без шлема. Ветер морду, но все равно клево. А лягу-ка я вот так. Мам, ну я не маленькая, не надо меня так гладить. Я же видео снимаю, ну, мам. Мы едем в далекие края. Ой. О, я вспомнила, как это было круто. Да, это было круто. Когда мы жили в Таиланде. Но мне теперь дома хорошо. А я тоже никуда не хочу, мне и дома хорошо. Я вот лично хочу на море посмотреть. Пушишка! Нет, Юми, не надо это показывать. Юмичу, пожалуйста. Пушишка. Ну-ка, покажи мне. Где волшебная пушишка? Вот это волшебная пушишка. А что такое волшебная пушишка? Что она такого волшебного пушишка делает? Пушишка волшебная. Отпустите, не поняла. Она что, разговаривает? Пушишка. Она отпустить ее. Не может никакая пушишка разговаривать. Я не могу смотреть на это, не могу. Ну, иди сюда, куда ты пошел? Я отпускаю ее. Ну, давай, еще. Я ухожу от вас, улетаю от вас. Ну и что, полетела она, это ветер.
Нет, я на самом деле волшебная пушишка. Я могу вернуться. Офигеть. Иди сюда, Софи. Так, ну-ка, надо изучить механизмы. Софи. Ой, блин. Что за фигня? Да ну нафиг. Что она делает? Пойду к Эйвону. Эйвон, будь аккуратней. Не надо ко мне, не надо. Я ничего не сделал. Эйвон, мама, я не хочу с пушишкой общаться с этой. Заколебали вы меня, уйду я от вас. Юмичу, зачем ты нас позоришь? Ребят, ну скажите им, что я их не позорю. Что было, то прошло, но прошлое не забыть. А мы вот его забыли. А теперь вспомнили. Ничего, мы тоже когда-нибудь ей отомстим. Покажем твой детский позор. А ладно, я больше не буду. И вообще, знаете, что я поняла? Все эти видео мне не подходят. Фуф, слава богу, закончился наш этот позор. А что значит не подходят? Не подходят, потому что я еду не в Таиланд, я еду в Испанию, понятно? На остров Майорка, и я тоже сниму там влог и покручу вашего. Да уж, конечно. Посмотрим. Как же хорошо, что я никуда не еду, остаюсь дома, а ты иди и смотри ролики на других наших каналах. Вот там ссылки, особенно про то, как Аня гуляла с гигантской пумой. И не только гуляла, но и в гости к ней домой ходила. Короче, там такое видео классное. Иди его смотри, и на Анин канал иди смотри пранк алфавитом, как она алфавитом купила машину. Да, серьезно? У нас будет новая машина? Не верю. Короче, совсем скоро мы увидимся в новых роликах. Пока!